ще допридялись. Батут нам Сише очень нравится. Он реально внушительных размеров. Даже вот лесенка идет. Но правда собирать нам пришлось его где-то часа два. Ты что ты умеешь? Опа! Сальто вперед! Опа! Вертушка! Опа! Опа! Друзья, батут реально огромный. Нам Сише он очень нравится. На двоих. Какой из всех подарков тебе понравился больше всего? Батут. А, то есть батут на первом месте, а что на втором месте? Ничего. Ничего. Сейчас буду делать сальто назад. Надеюсь, у меня получится. Есть. Мама с вами придет. Погонялки. Мам, смотри, не поди с камерой. Аккуратно. Даня, мучи тише. Ложи камеру и иди к нам. Не трогай, не трогай. Тише, иди к маме. Короче, допрыгались. Тише ударился о Данину ногу. Так получилось, что мы рядом прыгали, и он об вот эту штуку ударил. Сюда? Да. Тишуль, ползи к маме. Что ты поранил? Что болит у тебя? У него там, походу, он язык прикусил. Что там? Кровь там есть. Ты язычок прикусил? Да? Нет. Ну там все десны нужны. И зубики тоже. Ничего, будем еще прыгать или нет? Да. Все равно будем. Все равно. Ну, аккуратно. Пройдет. Не плачь, не расстраивайся. Просто нужно очень аккуратно. Если вместе прыгаете, нужно очень аккуратно. Да. И следить друг за другом. Хорошо? Пока, друзья, если вам жалко Тишу, если вам понравился батут, тогда поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Пока, ребят. Тиша расстроился, ну ничего. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Кто еще не подписался?